В Москве в залах Большого дворца музея-заповедника Царицына продолжает свою работу персональная выставка художника Василия Нестеренко. В экспозиции представлены как недавно созданные, так и хорошо известные полотна художника. Выставка продлится до 12 февраля. Тема Родины – одна из основных в творчестве народного художника России Василия Нестеренко. Поэтому на выставке в музее-заповеднике Царицына представлены работы, пронизанные любовью к родному краю, уважением к историческому и духовному опыту нашей страны. Всегда в России был свой путь. И в 19 веке, и в 18 веке отличные от Европы. Сейчас наши пути вообще сильно расходятся, я имею в виду в плане культуры. И вот обращение к национальным корням, традициям крайне важно. Но не просто копировать бессмысленно уже сделанные, так сказать, сюжеты, найденные какие-то вещи, а продолжать традицию. Из этих событий исторических я беру те вещи, которые актуальны для нас сейчас. И так же, как каждая моя историческая работа, она прежде всего должна быть современна и говорить о современных проблемах и законах истории. Самоотверженный подвиг Ивана Сусанина, сцены военных сражений, проникновенные портреты героев Великой Отечественной войны, лирические пейзажи. Картины художника находят горячий отклик в сердцах любителей русской живописи. Ну, какая-то чистота. Я встречаюсь с чем-то с таким. Ну, мне хорошо от того, что я на этой выставке. Вот на душе хорошо. Картины все живые такие, живые настоящие лица. Ну, чувствуется, что вот художник работает, вот, знаете, вот, как сказать, он не оглядывается назад, он смотрит только вперед. Для художника Василия Нестеренко жизнь в искусстве – это служение православию. Поэтому особое место в его творчестве занимают евангельские сюжеты. Когда ты изображаешь священную историю апостолов, Божью Матерь, Спасителя, это вершина сложности, это вершина в искусстве и в духовном искусстве и невероятная ответственность. Вот если Господь дает мне возможность это делать, это счастье. Сюжеты священного писания, исторические полотна, психологические портреты, лирические пейзажи. При многообразии сюжетов и образов творчество художника всегда пронизано глубокой верой и духовностью.